Гимнастику просто для удовольствия, для поддержания фигуры. Ну, расскажи мне, понравилось тебе это занятие с Евгенией в Доме Трев? Евгения, она вот очень крутая, вот правда. Она может научить, она может раскрыть вот эти все женские чакры. Она крутая, я советую всем девочкам вообще на нее походить. Она не просто учит, она еще и сама позиционирует вот это вот женское, вот это вот начало, вот это стрип-пластики. Она не только обучает стрип-пластики, там еще и пилон, там и экзотик дэн. Сами. Здравствуйте, меня зовут Евгения Коваленко. Я занимаюсь стрип-пластикой и пол-дэнсом, а также я занимаюсь экзотик-дэнс. Сегодня я вам буду преподавать стрип-пластику и экзотик-дэнс. Это мы будем учиться правильной походке на каблуках, а также хождению возле шеста, круткам самым простым возле шеста. И экзотик-дэнса – это работа в паркете. Я могу преподать вам также элементы приватного танца, если вы будете вообще сообразить и танцевать для своего любимого мужчины. Такой момент. А вообще, если вам понравится, возможность ко мне прийти дальше на занятия, заниматься по адресу Дуванский бульвар 29, Дома Трев. Три раза в неделю. Слева. Колено. Потянулось. Каждому индивидуально, насколько у вас вообще есть желание, и дома растягиваться в свободное время, это у каждого индивидуально, вообще это телесное все. А так за 3 месяца можно запросто прийти к экзотик-дэнсу, к стрип-пластике, подтянуть свое тело, также привести себя в форму, мышцы пресса, мышцы рук, мышцы ног, и растянуться в шпагат. Это запросто. Значит, за 3 месяца. Можно без подготовки прийти к вам? Можно заняться. Без подготовки. Получается, мы тренируем мышцы рук, ног, живота. Мы тренируем мышцы всего тела абсолютно. Абсолютно. Всего тела. И приобретаем определенный шарм такой. Определенную этому, фигуру, да. Фигуру мечты. Вот так мы приобретаем. Учитывая, что всем мужчинам нравятся гимнастки, да, не секрет, это серьезно. Все-таки, о, женщина-гимнастка. Если вы научитесь тянуть шпагат, то все мужчины ваши.
Лейла, скажи мне по секрету, ты любишь путешествовать? Вик, мне кажется, нет в мире таких людей, которые бы сказали, я абсолютно не люблю путешествия. Конечно же, мне очень нравится посещать новые страны, причем ощущение вот этого предвкушения чего-то нового начинается уже в аэропорту. И ты знаешь, потенциально я уже завидую победительнице этого сезона нашего проекта «Идеальная женщина», потому что я очень... Очень люблю. Твои мечты, и мы его пока не оглашаем, куда для того, чтобы это было... Интрига. Был... Да, такая интрига и такое прямо вау на сцене, когда победительница узнает, что она заняла первое место. Я хочу сказать огромное спасибо туристической фирме Lakshmi Tour, что они предоставили нам такую великолепную возможность. Меня зовут Оксана, я директор туристического агентства Lakshmi Tour. И в этом 8-м сезоне «Идеальная женщина» именно мы будем вручать подарок для той идеальной женщины. Мне кажется, поездка мечты лично как для меня, что это что-то внутреннее, да, что-то душевное, что укажет там, где ты можешь расслабиться, там, где ты можешь насладиться этим путешествием. Но поездка та, которая должна принести тебе именно какое-то... Да, это море. То есть вот вы правильно сказали, какой бы ни был бюджет, но на море я выползу в любом случае, хоть автостопом, хоть как. То есть для меня море – это всегда перезагрузка, это всегда начало нового периода, это время, когда я собираю камни. Ну, есть такая детская мечта попасть на празднование Нового года в какую-то вот старую Европу, какую-нибудь там Чехию, Прагу. Угу. Или вот... Очень доступно на сегодняшний день. Да, это очень красиво так показывает. Угу. Не знаю, насколько там комфортно в плане температуры, там тоже же холодно. Да. Вот, ну, как ну бы... теплее, чем у нас. Вообще, все, что касается твоей мечты по поводу Чехии, это вообще настолько доступно на сегодняшний день, потому что как раз-то из Уфы у нас очень много вылетов в Чехию, это вообще стало без проблем, и есть и ценовая политика разные, и разные туроператоры. И что касается Европы, еще хотела рассказать вот вам сразу, все-таки у нас так Францию, да, там куда-нибудь большие деньги с учетом перелета из Москвы. Потому что у нас из Уфы нету прямых перелетов. Вообще сейчас, ну вот кто знает, например, я вот вам сейчас расскажу, может быть, это для кого-то вообще не ново, а может быть, для кого-то вообще не знал, что можно, например, оформить шенгенскую визу, да, ты оформляешь, едешь в Чехию, берешь тур, допустим, на 7 дней. За эти 7 дней ты можешь посетить из Чехии Францию без перелета, Австрию без перелета, Германию без перелета. То есть достаточно, все это очень комфортно. Комфортно, достаточно очень доступно по деньгам. И приехать, сказать, да я была, пол Европы объехала, да, то есть за эти 7 дней. И вот я просто на своем опыте скажу, мы путешествовали, ну, не во все страны ездили из Чехии, но ездили. Автобус очень комфортный. Едешь, то есть такие шикарные поля, очень все красиво, разговаривают на русском, все объясняют с остановками. Какую-то именно Европу, и хотите посетить несколько стран, то это очень доступно, и не нужно тратить время на перелет Москва, Уфа-Москва, там Москва-Чехия и так далее, там, вернее, Франция, да? То есть вот такие вещи очень интересные. Хочу вам рассказать еще об Израиле. Вообще, на сегодняшний день у нас прямых вылетов в Израиль нету. Есть вылеты из Москвы, но из других регионов, и есть туром, а мы можем предложить вам, вот лично наше агентство, можем предложить вам поездку в Израиль. Отдельно берете билет, допустим, и мы вам подбираем там отель, да, то есть хороший, и подбираем не через Booking, а через нашего человека, который находится в Тель-Авиве. При этом, то есть поездку в Израиль, я хочу вам рассказать, что мы можем вам совместить с каким-то обследованием. Консультацию можно получить из Уфы, то есть через наше агентство мы связываем вас с доктором, посылаем всю вашу информацию. Все также можем устроить консультацию и с врачом онлайн по скайпу. Очень хорошие врачи, которые вот у кого есть вот больные диабетом, там, допустим, вот очень хорошие специалисты. То есть мы все тоже проделаем через наше агентство. То есть это ну, такие вот вещи, которые не везде доступны. Всех вас очень рада была видеть. До встречи, до новых встреч, девочки. Спасибо.
Дорогие друзья, чаще всего с Викторией Степановой мы встречаемся либо на съемках реалити-проекта «Идеальная женщина», и у нас есть еще одно место, где мы постоянно пересекаемся. Это раздевалка фитнес-клуба «Менделеев». Вик, вот вчера буквально виделись с тобой, и, конечно, ну, нереальная атмосфера. Это действительно одна большая фитнес-семья, и это абсолютно искренне. Я очень рада, что девчонки тоже посещают этот фитнес-клуб. Чат Менделеев в любое время. И я знаю, они делились со мной в кулуарах, что им очень нравится, потому что огромный бассейн, достаточно много места, народу не так много, и они знают уже там определенное время, когда ходить, чтобы просто получать удовольствие огромное. You seem to see more than anyone.